И всем привет, меня Александр Навасов. Сегодня я играю в Far Cry 5. По-моему, это 13-я часть. 13-я часть прохождения. Я точно не помню, ребят, если честно. Я уже расчет веду, когда выкладываю. Но, по-моему, это 13-я часть, насколько я помню. Потому что это 13-я часть. В общем, мы продолжаем играть в Far Cry 5. Мы закончили на том, что мы здесь были где-то. Хорошо, что мы спасли этих волков от... Это Уэйд. Окей. Теперь им ничто не грозит. А нет, тебе нужен медведь. Окей. Накорми чизбургера лососем, и он навеки твой. Так. Опять какая-то фигня у нас началась. Громче звук стал. Ребят, я не знаю. Или просто... Я не знаю, или наушники просто сделали. Я не знаю, но что-то произошло со звуком. Да ладно. Возможно, это такая миссия. Причем я не уверен. Давайте тогда. Нифига, сколько FPS там. Заряд пришел за мной. Нам не сбежать. Этот мир. Так. Окей. Я не знаю, где мы. Так. Отлично. Окей. По-моему, я всех убил. Тут стул какой-то. Тут два этих волки. Мат. Так, что здесь? Трейн. Так как я стрелять уже умею, я спокойно их всех. Это что, я сразу должен пройти или что? Вот. По-моему, да. Мне понравилось все-таки вот это. Давай, 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 давай. Давай. По-моему, это все по времени, я не знаю. Принеси свою жертву! Ну и в жопу вообще. Стоп! Охота! Вообще насрать. Жертвенность! Твою мать. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Так. Так. Времени нет вообще. Все, время кончается. Я не знаю, что делать. Все. Время закончилось. Я не понял, что делать. Но я немного... А, заново? Погнали. Да, проредим ставь. Так. Принеси свою жертву! Так. Бежим, 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 бежим. Бежали. Дробовик. Бежим, 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 бежим. Так. Бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Не останавливайся, здесь останавливаться нельзя. Вообще не... Вообще здесь нифига нельзя делать. Бежим, бежим, бежим. Не останавливаемся, друзья. Просто. Так, сюда я забрался, сюда, я не знаю, куда дальше. Так, по-моему, надо перепрыгнуть дальше. По мне такие, я не знаю, я не помню. Так, и нам куда-то дальше надо перебраться. Видать сюда, я не знаю. Так, 30 секунд. Погнали. Давайте, все, я добрался. По-моему, за 30 секунд это нормально. Я добрался до места. Все? Это так просто? Еще я в первый раз не мог это пройти. Только что. Странно. Странно. Конечно. Так, ладно.
Так. Не знаю, где мы. Мир. Понятно. Спасибо. По-моему, я прошел. Это аркада? Все. Берем автомат. Значит, у нас. Где мы? Да вашу мать! Почему я опять телепортнулся-то? Куда? Где я теперь? Вашу мать, почему я оказался не там, где надо? Ладно, поехали туда. Эй, тебя Элай ждет. Иди, так вот. Элай хочет с тобой поболтать. Спасибо. Так. Пошли. Магазин. Говорят, ты после испытания брату. Так. Будет таким, как так. Ты. Как отсюда выбраться? Смотри, опа. Кто восстал из мертвых. Погнали. Рад, что ты в порядке. Мы следили за тобой. В общем... Эдемщики захватили в заложники наших ребят в туристическом центре. Хорошо. Помоги мне их освободить. Выживальщики давно были готовы к войне. И ладно. Извини. О, ты познакомился с Элаем. Забери карту, ты не то. Теперь, если окажешься в горах, будешь обеспечен всем, чем нужно. Но я так. Все равно буду за тобой приглядывать. До связи. Может, я была с тобой немного резка. Я не извиняюсь. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Но Элай говорит, что ты не так. Мой человек сказал, что секта услышит сигнал в танке. О! Что происходит? Появилась у нас Джесс у нас. Так. Ты не из выживающих? Это модно. Погнали. Так. И сюда. Так. Блин, почему я сюда телепортнулся? Мне надо было с медведем там что-то делать. С этим чизбургером или как, гамбургером. Карта прогружается, видно сразу. Так. Ты бежишь? Во, прикольно. Побежали. Все ноют, что мало патронов, а по мне так, блин, ну возьми ты лук. Сделай сам себе стрелы из палок. Так. Видимо, если там проехала машина, значит, там есть дорога. Поэтому пошли к дороге тогда. Так. Нифига ты бегаешь. А тут тачек нету, да? А, есть. Вспомнил про тачку, и вот вам тачка. Поехали. Следи за дорогой. Остальное на мне. Ладно. Давай. Попробую. Поехали. Так. Надеюсь, у меня есть граната. Убивай, убивай, убивай. Бей. Помогите мне!
Там, по-моему, кто-то еще. Блин, сейчас тачка загорится, вы чё? Эй! Что такое? Поехали! Тормози! Мне нужно выйти! Они здесь, видишь? Вроде разгорается! Его! Уже стреляют! Так, тебе резина на вкус, падла! Сгори, старая месть! О, Джесс! Стреляй, 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 стреляй! Мать твою! Мочи ее. Хорошо. Поехали. Хорошо. Ну, веди. По-моему, это был... Ходятся как с животными на скотобойне. Я знаю, видела. Давай. Ладно, поехали. Не думала, что это будет такой. Еще какая-то тачка. Вали его. Нет, нет, нет. Ну да. Ну ты стрелять-то будешь, нет? Мать твою, убей. Стреляй. Мать твою.
все. Поехали. Я с тобой. Едет, все хорошо. На квадрике хорошо едет. Нормально. Все нормально. Никто ничего не видел, как я перевернулся только что. Только не самолет, блин, ну хотя бы не самолет, ладно. И то нормально. Это мотоцикл или что? Нет, квадрик. Ладно. Черт. На этом отрезке очень легко разбиться. Похоже, все в порядке. Гонщика ждет прыжок вслепую. Да.
хватает шириной квадроцикла. Вот это зрелище! Просто фантастика! Секунды пока здесь есть. Нужно быть предельно осторожным. Это попроще, чем с самолетом. Успею. Торопите меня. На финише гонщика ждет еще один прыжок вслепую. Время вышло. Ну конечно. Я еще и взорвался, да ладно. Сейчас пройдем еще раз. Я ненавижу вот эти вот миссии, которые надо где-то ездить, блин, капец. Ширина пути почти совпадает с шириной квадроцикла. Это капец, я не вижу. Вот это зрелище! Просто фантастика! Да. Здесь нужно быть предельно осторожным. Все, это жопа просто. Это не пройти. Это невозможно пройти, ребят. Ну все-таки ладно. Если я это пройду, а я это пройду все-таки. Все-таки это намного проще самолета, потому что самолетом там нужно именно лететь. А я не знал, как лететь. Сейчас я вроде разобрался с управлением. Нет. Не разобрался особо. Ну да ладно. Так, погнали. Еще раз. Мне главное не врезаться никуда. Никакие там сальто не делать. Мне главное доехать до финиша. Что, давайте осторожно. Давайте за 15 секунд все-таки уложимся и доедем до точки, никуда не врезаясь. На этом отрезке очень легко разбиться. Тихо, блин, тихо. Вот потому это капец. Зрелище, просто фантастика. Это пипец, ребят. Тихо. Тише. Дело тише, дело. Мать твою, блин. Говно. Ладно, все нормально. Если время... Катастрофа. А в смысле? Нет, он уже работает нормально. Я не понял, в смысле? Ладно, давайте еще раз. Погнали, давайте. 15 секунд, давайте, 15 секунд. Мне главное никуда не врезаться, это пипец. Если я сейчас еще раз врежусь. Так, уже странно. Горел. И жестко так горел. На этом отрезке очень легко разбиться. Так. Он даже не напрягается. Тихо. Блин, да твою уж мать! Кто такое говнище придумал? Дело сделано. Я ненавижу квадроциклов, ребят. Я ненавижу их. Гонщик готовится совершить очередной я не буду. Прыжок веры. Я не знаю. Как это проходить? Такие миссии я ненавижу просто. Я вам никогда не советую, если вот такие вот будут миссии у вас.
не проходите их. Не надо проходить их. Потому что вы их не пройдете. Хоть это будет самолет, хоть квадроцикл, хоть даже машина будет там, или просто бег какой-то. Неважно. Вы это не пройдете. Потому что вот смотрите. Вроде бы все нормально. Для вас это оказалось бы очень простым. Но, ребят, на самом деле все сложно. Потому что это пипец. На этом отрезке очень легко разбиться. Это пипец. Ладно. У меня есть 14 секунд, нормально еще. Сука, блин. Давай, 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 тихо. Нормально, тихо, 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 тихо. Его заносит, пипец вообще. Гонщик готовится совершить очередной прыжок веры. Не, здесь главное на время не смотреть. Сколько едешь, столько едешь. Ширина пути почти совпадает с шириной квадроцикла. Тихо, 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 тихо. Нужно быть предельно осторожным. Конечно, спасибо. На время я немного подглядываю, конечно. Но я на дорогу не смотрю. Тихо, 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 здесь осторожно опять. На финише гонщика ждет еще один прыжок вслепую. Так. Прекрасный финиш. Все. По-моему, это все. Я прошел, ребят. Я прошел. На какой? На шестой раз я прошел. Я не считал, сколько я раз проходил. 5 или 6 раз точно. Я проходил. Фух, мы прошли. Нормально, нормально. Все прекрасно. Отличная работа. Я точно знаю. И меня сразу завалили, да ладно, а как? И они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Все же, ребят, я не знаю, кого еще выбрать, чтобы первым дойти до конца. Или же это будет... сам Иаков, или же будет это другой чел. Я не знаю, я пока что сам не выбрал. Так. А где она? Короче, у нас по карте. У нас, значит, есть Иаков, у нас есть Вера, есть Иоанн. Все. Смотри вот этих чела. Кого из них выбрать, я пока что не знаю. Так, а в отряде... Я бы добраться до этой тетки. А, нет. Есть такое животное. Есть какой-то мужик здесь. Медведь. Так, это кто? Это не тот. О, собака есть. Так, кого выбрать? Выберу тогда эту. Потому что мне понравилось, как она стреляет. Она стреляет очень точно и метко. Не то, что там Грейс была. Ну, Грейс, конечно, нормально стреляет, но она очень с большой какой-то... Конечно, задержка не очень, но задержка есть у нее в стрельбе. Так. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать вертолетов. Себя и не забывай поглядывать на небо. Тихо. Бей, 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 бей. Тихо. Вашу мать! Буду все же думать, что это здание. Твою мать. Натиск. Спасибо.
помогу. И убегу. Тихо. Так. А это уже не круто. Так, а кто меня завалил? По-моему, вертолетчик. Беги сюда! Беги! Ну забеги сюда, возьми меня, давай. Давай. Тупая! Не могла помочь. Ну да ладно. Давайте. В сторону! Твою мать. Все в порядке, в порядке. Слушай, я больше не помогу, слушай. Уже достал. Да в жопу тебя, короче. Не будет. Чёрт. Идём. Так. Нет? Нет. Нет, так. Эндрю, ты там? Тихо.
меня нет гранатов. Гики! Да почему? Почему у меня не получилось это сделать? Почему? Блин! Не получилось это сделать! Я думал, я спрыгну, спокойно сяду в вертолет и все, и замочу там их всех. Блин! А у меня нифига не получилось, ну ладно. Сейчас все сделаем. Давайте. Так. Ладно. Так, окей, побежали. Патроны есть. Все, пока что есть. Отличная работа. Мы отнимем у Якова эти горы, я точно знаю. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Да ну в жопу, короче. Ну что это такое? Ну как так играть-то? Кто задействует еще? Того убью. Так. Тихо. Твою мать, не
меня валит просто. Так, тихо. Так, музыка уже не играет. Так, тихо. Побился. И убили его. Грязник внизу, все приближается с запада! Патрон нет. Ладно. Сейчас исправим. Так, 30 патрон есть. Давай, только сядь. Тебе хана. Давай сейчас. Так. Пошлите вниз. Давай, 400 патрон. Да, достаточно. Открыли. Что гадин делаешь? Нужен был автомат. Ни хрена, что они делают? Отличная работа на радарной станции, но это не все. Подорви три антенны при помощи С4. Спасибо. Что, дали мне задание? Нет? Я не сяду в кресло и не буду проходить испытания. Я не дамся. Не для этого я присоединилась к борьбе. Ладно. Так, а еще кто был здесь? Вроде Ила, я тебе говорил. Метка! Меню позицию! Я ранена! Я спускаюсь! На помощь! Пойду на помощь! В этих лесах полно судей. Помоги! Не отлынивай! В этих лесах полно судей. Спасибо за помощь. Если босс зазевает, его поймают.
Он тут рядом, нужно проверить, все ли у него в порядке. Проклятие! Нет, подожди! Так. Буду должна. Тихо. Подлая тварь! Мне конец! Помоги! Убил. Реально убил я его. Ну-ка, а что будет, если просто не использовать? На помощь! Даже я отлетел. Мне конец! Помоги! Меня попали! Я-то думала! А где пистолет? Так, вертолеты, вот он. Давайте доберемся. Ладно. Убираемся. Нифига. Yeah.
Так, вроде все. Поэтому берем сюда. Берем кого-нибудь. Села, нет? Садись. Давай, садись. Окей. А за какой дорогой именно? Я тут вообще-то на вертолете. Так, куда едем? Не, давайте сюда. Летим, 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 летим. Я немного ниже буду, ладно. Так. Как раз туда. Летаем. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Давай, 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 давай. Ну! Соберись, давай. Спасибо. Давай. Лагает почему-то. Так. Минус один. Все еще здесь. Пока что все норм. Убили. Уже стреляю.
Вертолет. А вертолет это и нету уже, ребят. А ты крутой помощник. В этом лагере рейнджеров сектантов обучали стрельбе. Его-то нету уже. Что за фигня? Эй, дружок, подойди-ка. Эй, не хочешь испытать удачу? Цели готовы. Ладно. Посмотрим, побьешь ли ты рекорд стрельбы на дальний. Окей, сейчас. Патронов мало. Эй, как дела? Все, погнали. Так. Открыли. И что надо делать? Знаешь, ты напоминаешь мне Илая. Даже не знаю, чем именно. Рядом, наверное. Так, и чё? Надо взять эту пушку. Хер с ней. Где цель-то? Она что, перезапустится, что ли? А, она заперезапустится! Да как так? А в смысле, а где она? Может быть, интересно. Ладно. Сейчас посмотрим, ладно. Погнали. Давай, стир. Это что было? Ага, как же. Так, а чё? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, допустим, ладно. Вот, допустим, я просто подойду сюда. Допустим, я стою здесь. Нет, не здесь, давайте здесь. Давайте еще раз попробуем тогда. Так. Например, я стою здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я не знаю. Блин, ты только посмотри вокруг. Жуть. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7. Странно, конечно, но если бы не все это дерьмо, я бы не нашла смысл жить. 8. 9, где 9? 9 и 10 где-то там еще. Ладно. Давайте еще раз попробуем. Я не знаю, получится или нет. Но по мне таки должно получиться. Я не в курсе, ребят. Все проверим. Давайте берем патроны. И погнали. Так. Давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8 9. Так. И 10, 10, 10. Все. Убили 10? Ладно, хорошо. 10 из 10. Так, все, я побил, по-моему. Тебе повезло, что я рядом. Я побил вроде рекорд, нет? Можно еще раз попробовать? Давайте еще раз. Привет. А что с этим делать? Целой-то нету. Ё-моё! Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Боже! Твою ж мать! Еще один. Походу, пульс... Все. Я побил рекорд. Так, отлично. Что есть еще? Погнали. Твою мать! Блять, а где еще? А как? Нас так просто не возьмешь, пусть не надеется. Я не знаю, как пройти, ладно. Давайте еще раз. Я думал, ты лучше стреляешь. Вернись назад, пока. Как больно. Убил. Прям обиделся то, что в тире не выиграл. Короче, подошел, убил. Ладно, это не главное задание. Мы, так как у меня прохождение именно иногда по дополнительным, иногда по кампании, но сегодня мы проходим только кампанию. Только миссии, те, которые нужно, то есть захват каких-то точек и убийство главных врагов. Дополнительные задания я не прохожу, потому что нахер это надо так. Так, ладно. Так, это мне не нужно. По главным целям, меня вот эта фигня интересует. Очень она меня интересует, эта фигня. Давайте телепортнемся туда. Там уже посмотрим, как это все будет действовать. Короче, расскажу кратко. Мы берем медведя, получаем нашего гамбургера, или кто он там, чизбургер, я не знаю. Короче, получаем его и все. Так, окей. Блин, я пушку не поменял. Ну и хрен с ней. Нормальная тоже пушка. Пойдет. Так. Окей. Оружие. А, ну я же могу купить. Точняк. Лопата. Это мне интересно. Биты какие-то эти. Так. Это пистолет, видать. Дробовики. МП5. Вот автоматы. Интересно, есть какой-то разноцветный дробовик или что-то. Это хорошая вещь. Но вот это вот поприкольнее будет, наверное. Это мини-калаш какой-то. Так, МБ. А, да, это АКМ, я просто не видел. Выживальщик, вот. Хорошая вещь. 7000. Ладно. Так, это значит, здесь у меня просто. Так, это что? Это, видимо, огонь в огне! Самый такой отличный этот. Но мне, по мне, ребята, мне, по мне, вот эта вот фиговина была.
Вот такая фигня, я ее куплю. Как раз денег хватает. Я ее... Нет. Стоп. Я накоплю до 7000 и куплю этот автомат. Так будет лучше. А, да, я могу уже продать добычу, как раз мне, наверное, хватит. Но у меня залагало. Жаль. Ладно. Да, у меня залагало, что-то непонятно. Сейчас, может, отлагается или что-то мне надо сделать, я не знаю. Лагает. А, все. Так. Продать добычу. Продаем две карты. Как раз у меня получается 228. И как раз мне осталось где-то примерно несколько долларов. Я не знаю, может, в магазине где-то их добыть. Здесь должна быть касса. Вот. А тут она же забрана, да ладно. Кем-то. Так. Так, ладно. Здесь этот чел. Так. Вот, как раз нам дали сколько там? Долларов. Не, вряд ли хватит, мне не хватает. Мне не хватает. Чуть не хватает вообще. Идемте. Так, это по-моему клетки. Как раз, наверное, пройдем эту миссию, и тогда все будет нормально. Друг, на старом аэродроме Лансдаун стоит самолет. Но вокруг патрули эдемщиков. Сгоняем глянуть. Вижу эдемщиков! Где? Привет. Так это про тебя Элай говорил. Так. Гамбургеры, мишки. Так. Хорошие новости. Аркаду пока что мы не делаем. Мне интересно, где взять еще несколько долларов. И где взять медведя этого? Вот, чизбургер. А, это, видимо. Чизбургер. Точно, я запомнил. Ладно, все. Так. Это Уэйд. Это Уэйд из центра Квейк. Сектанты забрали... Так. Страна вкуса. Я даже не знаю, ребят. Я, если честно, я не знаю. Где эти фигни? Нет. Так. Вот. Это Аделаида из Марин. Так. Я как раз давайте заспавню здесь. Блин, нет, не то. Так. Как раз давайте я спавнюсь где-нибудь здесь. Где там было это? Так. Лесопилка это именно вот эта вот вся хуйня. Так. Это Аделаида из Марины. Это Аделаида. Так. И отсюда я тогда поеду туда. Давайте. Перемещаемся. Про чизбургеры, ребят, я не знаю, где найти этого медведя. Я, если честно, я не знаю, где его найти. Сколько можно было бы думать, я не знаю, где его найти. Просто не знаю, где найти его. Не знаю. Но я поищу, ладно. Давайте. Так. Возьмем сейчас вертолет. Тогда.
Ладно, я заспавнился уже. Так, здесь. Никогда не выходили в бушку. Здесь опасно. Так. Я каким-то образом не там ушел, что ли, или что? Где вертики все? Ну? Да, все правильно, но где? На вертолетную площадку сначала сгоняем тогда. Поехали! Что ты делаешь, блин? Пассажиристы, блин! Ясно. Поехали. Так. Едем! Так. Так. Амигос! Так, идем сюда. Так, погнали. Так, стоп, 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 стоп. Так. Так, садись. Ну садись, давай! Давай, садись. Давай. Садись. Так, садись. Ты сел? Так. Летим. Так, летим. Так, летим. Еще посмотрим. Что произошло? Вообще. А, я не понял, что произошло вообще.
чё? Загрузилось. Да ладно, мы опять здесь? Вы издеваетесь, что ли? Я не понимаю. Побежали обратно. Зебил вертолет, по-моему. Короче, это вообще пипец, я не знаю, что сделать. Это, короче, вообще. Давайте тогда садимся. И поедем тогда туда. По-моему, у меня был вертик какой-то на складу. Да, был. Раскраска. А, это план. А чё? Обязательно? Ну, допустим, ладно. Желтый куплю, ладно. Мог его просто вызвать. Да ладно, да вы что, серьезно? Блин, ну ладно. Поехали. Надеюсь, нам дадут еще. Это Аделаиды. Погнали. Взлетаем. Надеюсь, я долечу до тут. Пропадают не только простые люди, так. Выживальщиков тоже загребают. Так. Лагает что-то. Видимо, что-то не прогружается мне. Где-то здесь меня взорвали, не знаю как. Вижу этапчиков! Давайте. Подлетим, высадимся. Но высажусь я где-то по дороге тогда.
вернемся на дорогу. Выходим. Че, погнали. Вашу мать, одного не добил. Да ладно. А где она была, эта тупая? А ее нет опять. Летим, 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 летим.
откроем эту хрень и все. Так. Почему же они меня отправили обратно? Блин, опять всех валить, это пипец какой-то. Так, ладно, давайте. Мы должны это сделать. Давайте. У меня все получится, давайте. Погнали. Бежим. Так. Это тревога! Подмога в пути! Тихо. Гасить вас! Оп. Вертик упал, блин. А, я же могу его толкнуть еще. Убивай. Доберись до туда. Я-то что сделаю, что в тебя попали? Дерьмо, помоги мне! Кай. Закрыть меня! Ну валяйся! А если вы пальцем тронете моего мальчика, то вашу мать, ты не мешаешь. Что еще конец. Блин, меня ранили! Ну я что сделаю? Как я сделаю? Черт, мне тут помощь нужна! Все, что смогу, то и сделаю. Подожди. Дерьмо, помоги мне! Подождешь. Прикрывай. Так. Тихо. В меня попали! Я что сделать? Пожалеете!
Знаете об этом, говнюки недоделанные? Думаете запереть меня здесь и забрать мою... Вашу мать. Что такое? Если бы сиды соблюдали сбалансированную диету, они бы не были такими чокнутыми психопатами. Все, что ты употребляешь в пищу, влияет на работу твоего мозга. Вот, посмотри на меня. Я нормальный парень. В здоровом теле, здоровый дух. Так. Хорошо, что пумы тебя спасли. Нам очень нужна твоя помощь. Кто-то должен дать отпор фанатикам. Ну что ж. В этом озере живет огромное... Ладно, на этом давайте мы закончим пока что. Спасибо, сейчас посмотрю, что, помог что нам можем фирмой. Купить. Купим пушку. Так. И на этом, наверное, закончим сегодняшний видеоролик. Сейчас посмотрим. Продаем. Что-то можно продать еще. А, я ничего не заработал. Ладно. Получается, в следующий раз. Так, здесь можно штуки, ладно. Ребят, так. Так, оружие это не то. Ладно. Так. Ну что ж, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.